Волокжане активно присоединились к проекту «Зеленый город», главная задача которого в областной столице создать как можно больше новых зеленых зон. На сегодня в разных уголках Вологды высажено уже более 1000 деревьев, причем инициативные жители и представители предприятий не только участвуют в посадке, но и сами выращивают деревья. Мария Поздеева с подробностями. Смотрите, у каждого дерева есть корневая шейка. Если кусты мы можем заглубить, то у дерева ее заглублять ни в коем случае нельзя. Иначе саженец не переживется или вырастет слабым. В Вологде посадка идет по всем нормам и правилам. Вот эти молодые дубки выращены в специальном питомнике. Их одна из инициативных волокжанок подарила городу, когда узнала о проекте «Зеленый город». А посадкой новой аллеи на улице Конева занимаются молодежь и ветераны. Старшие подсказывают младшим. Встреча поколений – это всегда обмен опытом. Мы, молодежная организация, решили присоединиться к этому проекту и не просто высадить деревья в нашем городе, но и сделать это символично. Обратились в ветеранские организации нашего города, и сегодня мы здесь высаживаем 24 дуба, которые будут радовать жителей нашего города. Это и память, и тех, кто живет здесь, они, наверное, вообще очень довольны будут, что зеленая зона хорошая будет и для детей, и для взрослых, и вообще. И вообще, когда сажаешь деревья, это же замечательно. Волокжан объединил четвертый сезон проекта «Зеленый город», который проходит по решению главы Вологды Евгения Шулепова. В этом году в рамках проекта посадят 20 тысяч деревьев, новые скверы, аллеи, парковые зоны. Более 1000 саженцев разных пород, высаженных весной, уже украшают разные уголки города. Территории для новых посадок заранее выбирают специалисты. У нас заранее были определены места, которые требуют озеленения. Какие-то есть пожелания жителей, да, какой-то микрорайон, например, как вот этот, да, мы вышли по желанию жителей. Есть места, которые в парках, скверах еще дополнить надо. Среди таких мест и берег реки Шограш за спорткомплексом на Конево. Аллею 100 дубов здесь высадили работники народного завода «Теплиц». Саженцы закупили за свой счет и за 3 часа преобразили берег до неузнаваемости. На мой взгляд, вообще, как директора компании и владельца бизнеса в городе, в котором я живу, то есть я считаю, что нужно улучшать по возможности, соответственно, и городские условия, и не ждать, что кто-то сделает это за тебя и участвовать в социальных проектах. Мы же здесь живем, здесь будут жить наши дети и внуки. То есть это для будущего, волокжан, нашего общего будущего. Кстати, у бизнеса есть и другие идеи по благоустройству города. Вот такие беседки они готовы подарить в Вологде. Сейчас вместе со специалистами департамента городостроительства и инфраструктуры решают, где лучше их установить. Что касается массовой посадки деревьев, она продлится до середины июня, а потом возобновится в сентябре по правилам садоводства. Присоединиться к ней может каждый. Всего же в ближайшие годы силами инициативных волокжан, ТОСов, молодежных сообществ и предприятий в городе будет высажено 300 тысяч саженцев деревьев по одному на каждого жителя. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.